Это ресторан Sun Welcome в Похоле. Последние две недели мы снимали здесь документальный фильм про хозяев этого ресторана, потому что там довольно интересная история. Это пожилая пара, у которых нет детей и родственников. И им уже под 80 лет обоим. И они ведут вот этот маленький такой ресторанный бизнес. Причем Кришна, это хозяин ресторана, ну, мужчина из этой семьи, он занимается готовкой уже около 50 лет. Он из-за границы успел поработать в свое время, когда там был молодой. И вообще он увлекся готовкой, просто посмотрев какие-то кулинарные шоу по телевизору, там, когда ему было 20 с небольшим лет. И вот он уже готовит больше 50 лет, то есть это такая история, которая, в принципе, его жизнь подчинила своему ритму. И сейчас у них непростые времена, потому что сейчас как бы локдаун, и нет туристов, и это уже весенний сезон, и, скорее всего, осенний сезон, они тоже пропадают. И это тяжело как бы для ресторанов, когда нет посетителей, нет туристов. И получилось так, что небольшое внимание к этому месту было привлечено, потому что об этой истории узнали какие-то ребята, иностранцы, начали рассказывать друг другу про это место, про вот их довольно тяжелое положение. И люди начали потихоньку как-то по-своему каждый помогать. Кто-то там приходил и помогал им лично, кто-то приходил и просто заказывал у них еду, делая им какую-то там прибыль и выручку. Кто-то помогал руками, кто-то собирал какие-то деньги на то, чтобы они могли выплатить свои там кредиты и погасить там арендные платежи и все прочее. Вот, у нас возникла идея снять кино, снять хорошую документальную историю, рассказать историю этого человека, точнее, чтобы он сам ее рассказывал, и сделать, ну, какую-то такую вдохновляющую историю. Потому что это люди, которые, несмотря на, ну, большие довольно трудности в жизни, они остаются доброжелательными, они улыбаются, и они, ну, очень такие приятные и веселые люди, что, мне кажется, важно, да, вот это не терять ощущения, не терять этот вайб и как-то его другим людям отдавать, да, этот некий такой позитив. Вот, и сегодня я пришел сюда, меня позвали ребята, которые тоже узнали из моего ролика про это место. У них вот сегодня тут субботник, хотя сегодня не суббота. Ты вернулся? Моя встреча отложилась, я решил про вас кино поснимать. Да-да-да, вот меня зовут тоже присоединиться. Это Лакшми. Это, собственно, Кришна там вдалеке моет посуду. Это маленькое место, но они очень вкусно готовят, потому что, ну, Кришна, он прям реально такой отдаленный повар, который горит этим делом готовки, создания каких-то новых вкусов. Вот, поэтому, в принципе, все внимание привлеклось сюда, в первую очередь, не из-за того, что этим людям тяжело, и они испытывают какие-то трудности, а в первую очередь из-за того, что здесь очень вкусно готовят, и поэтому сюда, ну, в общем-то, люди и стали приходить. Ну, все, такая небольшая предыстория, а кино будет монтироваться, и, может быть, месяца через 3-4, я думаю, что выпущу уже готовое смонтированное кино. Сейчас еще раз заглянем на кухню без темного фильтра. Вот сегодня решили начать с уборки, прибрать немного территорию, прибрать кухню. Ребята купили вот фарточки такие классные, поварам купили санитайзеры, чтобы тут все как следует обработать. Все, в общем, некогда, мне как бы говорить, пора за работу.